Ежегодно Губкинский музей «Освоение Севера» открывает выставку, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году выставка называется «День Победы, как он был от нас далек». На выставке посетители смогут соприкоснуться к воспоминаниям о той страшной войне через личные вещи, фотографии, подлинные документы, которые попали в музейные фонды в различное время и в разной форме. Это фляжки, котелки, фрагменты боеприпасов и орудий, а также личные вещи солдат советской и немецкой армии. Также на выставке представлены предметы, переданные в музей родными и близкими солдат той страшной войны. Приглашаем жителей и гостей города посетить выставку «День Победы, как он был от нас далек» каждый день с 10 до 18:00.